Всем привет, дорогие друзья! С вами Анастасия Лютикова и добро пожаловать на мой канал Анастасия and Nature. Друзья, сегодня я вам буду показывать, в каких социальных сетях, помимо моего YouTube-канала, я есть. Ну что ж, начинаем! Итак, начнем мы с Инстаграма. Значит, мой Инстаграм называется тоже Анастасия and Nature, там 340 подписчиков и 148 публикаций. Вот, тут у меня тоже много всего интересного, поэтому подписывайтесь. Дальше у меня идет ВКонтакте. Вот, заходим. Заходим мы на мой профиль. И тут я тоже... Сейчас загрузится, извиняюсь. Так вот, и здесь тоже я выкладываю все, как в Инстаграме. Здесь вы тоже можете почитать мои посты, и заявка в друзья я всех добавляю. Дальше идет ТикТок. Извиняюсь. Значит, сейчас вам все объясню. Значит, смотрите, у меня есть вот мой канал, который называется Анастасия and Nature, там почти 1000 подписчиков, но я его забросила, потому что там теневые баны, мои видео не выходят в рекомендации, поэтому я недавно создала новый аккаунт, который называется Nature One Love. Вы можете подписаться на мои эти два аккаунта в ТикТоке. В общем, тут у меня куча всяких видосиков, которые залетели в рекомендации. Поэтому заходите. Дальше у нас идет мой Телеграм-канал, который у меня есть. Тут я тоже выкладываю всякие полезные посты. Тут я даже рекомендую фильмы, которые можно посмотреть. К сожалению, тут пока мало подписываются, но я рекомендую на этот канал подписаться обязательно, поэтому тут тоже много полезных постов. Вот. Друзья, я понимаю, что это очень смешно, но я есть в Одноклассниках, потому что там сидит моя тетя, и я как раз для нее только выкладываю, потому что она есть только, ну, в Одноклассниках, короче. Короче, я тут тоже выкладываю, вот, но это специально для тети. Короче, вот так вот. Поэтому, если вы тоже есть, короче, подписывайтесь. Да, это очень смешно выглядит. Ну и, конечно же, ради прикола я вам покажу свой YouTube-канал. В общем, вот он, 106 подписчиков, подписывайтесь. Друзья, ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, я вам порекомендовала мои социальные сети, в котором я есть. В общем, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и всем хорошего настроения, всем удачи, и всем пока!